брат моей бабушки уехал в Белоруссию. В Минске у меня огромное количество друзей. Два дружественных народа, Россия и Белоруссия. Был такой западный город по тем временам. Лукашенко убрал из страны весь бандитизм, ну, максимально убрал. Как называют господина Лукашенко, батька, он действительно батька, то есть он любит свой народ. Люди были очень вежливы, переходили дорогу только на зеленый свет и очень возмущались, когда кто-то из наших перебегал на красный. То есть были очень дисциплинированы по-европейски. Мне он как бы импонирует. Симпатичный политик, немного такой своеобразный, но, по-моему, очень добрый человек. Беларусь, она несколько меньше России в разы по территориальности, но она уже показывает свои мощные результаты в плане культуры и становления как цивилизованного государства. За это Лукашенко 5. Он старается поддерживать как-то политику страны и уже как Фидель Кастро, вечный президент. Сохранение этих традиций культуры – это является высшей степенью цивилизации вообще в любой стране.